Самый добрый праздник в году – День матери – отметили в клубе «Мечта» Центра внешкольной работы. Воспитанники творческих объединений подарили гостям проникновенные песни и зажигательные номера. Ребята рассказали, как они любят своих мам и еще раз поблагодарили их за любовь и нежность. Во время праздника подвели итоги городского фотоконкурса «Красота в положении». Его проводил молодежный центр среди жительниц нашего города, которые ждут ребенка или уже стали мамами. В этом году поступило около 70 работ. Все они очаровательны, все показывают и красоту женщины в любой период. Будь то беременна, она только родила, занимается рукоделием или там что-то еще. То есть в любой момент женщина прекрасна. И вот красоту женщины мы, в принципе, и хотим показать. Всего было 4 номинации. В каждой из них жюри выбрало победительницу. Еще одной участнице вручили приз зрительских симпатий. В этом году канал 16 выступил в качестве информационного партнера конкурса и наградил специальным призом Татьяну Веряскину. Но вот одна фотография запомнилась мне больше всего. Я считаю, что она очень символична. Получилось очень символично, потому что символизирует такое покровительство мамы. Ну а так как конкурс все-таки больше к Дню матери посвящен, покровительство матери в семье, это вот надо мужем, сыном, то, что она в положении, это очень символично, и мы вот спецприз решили отдать Татьяне Веряскиной. Все фотографии, присланные на конкурс «Красота в положении» в этом году, можно посмотреть в группе молодежного центра ВКонтакте. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.